Девчоночки, всем привет, добро пожаловать на мой канал. Сегодня хотела бы показать вам яркую весеннюю капсулу, которая и согреет, и поднимет настроение. В конце этого видео будет конкурс за бьюти-бокс с люксовой косметикой, поэтому обязательно досмотрите видео до конца. Итак, моя капсула по традиции из 10 вещей, и в дальнейшем я буду составлять с этими вещами огромное количество образов. Давайте пока отдельно поговорим про вещи. Первая вещь — это, конечно же, верхняя одежда. Это пальто от бренда Sorel. Здесь есть такие интересные элементы на рукавах в виде завязок. В целом такой прямой классический силуэт, да, ничем не примечательный, но из-за того, что это белый цвет, это всегда смотрится более празднично, красиво, женственно, и в целом это пальто можно использовать как для каких-то вечерних выходов, так и для повседневной носки. Следующее — это костюм от бренда Lime, самого трендового цвета этого сезона, который называется Very Perry, но здесь такой приближенный к нему цвет. Брюки бананы и обычный двубортный такой жакет оверсайз. У меня жакет в размере M, а брюки уже в размере XS, потому что мне всегда хочется, чтобы жакет был пообъемнее. Это такой лайфхак, обязательно его используйте. В целом, ну, вы сейчас увидите, с каким количеством образов можно сочетать костюмную группу. Мне кажется, что это самый классный фундамент, с помощью которого нужно делать капсулы. Далее вот такая вот трикотажная кофта кроп-топ. Это из зимней коллекции Sorel, но из-за того, что это укороченная вещь, мне кажется, что весна — идеальное время для носки таких вещей. Мне очень понравился цвет, опять же, из палитры Pantone, да, актуальный сегодня. И вообще в целом вот этот голубой прекрасно сочетается с фиолетовыми, которые представлены в моей капсуле. Далее будет юбка на запах из летней коллекции Yuvona. Мне кажется, что это будет круто смотреться с комбинезоном, будет круто смотреться с жакетом, классно будет смотреться с пальто, поэтому решила вот эту атласную юбку сюда включить и поэкспериментировать с ней. Далее будет классическая белая рубашка от бренда Uniqlo, это коллаб с Джилл Сандером, и будет Джилл Сандер футболка, собственно. Это, ну, как такое, знаете, база-конструктор для любой капсулы. У меня часто очень присутствует белая рубашка или белая футболка, ну, в данном случае с лого, может быть просто белый, да, и так будет смотреться круто, для того, чтобы все эти цвета объединять и было проще работать с капсулой. Следующее — это худи. Вообще, мне кажется, это некая классика сегодня. У меня такого красивого, насыщенного фиолетового баклажанового такого цвета. Это бренд Stay High, по-моему, это бренд одной из моих учениц, и она меня просто попросила посмотреть на ее вещи, и мне очень понравился вот это худи, и я его оставила. Следующая вещь, крайне странная, но очень модная в этом сезоне, это Zara, наверное, единственная Zara, да, в сегодняшней капсуле. Такой комбинезон с цветочками, и цветы сейчас актуальны, и вот этот эффект женщины-кошки актуальный, и я сейчас покажу, как это стилизовать, потому что вещь действительно сложная, очень чокнутая немножечко, да, но с этим тоже можно работать, я покажу, как это сделать. И последнее — это будет платье, такое из атласа, очень красивого синего оттенка, вообще небесные цвета очень сейчас актуальны, и несмотря на то, что оно вечернее, я покажу, как его стилизовать днем, как его сочетать со всякими вот этими странными вещами, о которых я только что поговорила. Это бренд Lilove, у меня размер XS, но можно взять и побольше, честно говоря. У меня в этой капсуле будет участвовать несколько аксессуаров. Это сумочка Jacques Mus, маленькая, желтая, опять же, да, прекрасное сочетание цветов, голубого, сиреневого, желтый, прям здесь очень хорошо работает, голубой небесный, но немножечко другого оттенка, чем, например, кофта, да, или чем платье. Самая обычная белая кепка, у которой, по-моему, нет имени. Модные сейчас мокасины от Prada беленькие, высоченные, абсолютно дебильные платформы от Versace, опять же, да, актуальная обувь этого сезона. И странные, потому что здесь один нос квадратный, другой круглый, от Jacques Mus, ботфорты, опять же, да, самая трендовая обувь сезона, не могла ее не включить, они прям такие в обтяжку и длиннющие. Так, что, давайте составим с этим всем образы, посмотрим, что у нас получилось, и пишите, какой образ вам понравился больше всего. Ну
что, это были все луки, которые получились из этой потрясающей капсулы. А напишите, какой образ вам понравился больше всего, или напишите «участвуй», и вы станете автоматически участником конкурса за Beauty Box. Через 3 дня объявлю победителя здесь, в комментариях, поэтому проследите за этим, вдруг вы выиграете этот классный бокс. На этом у меня все. Надеюсь, что это видео было для вас полезным и информативным. Я с вами прощаюсь. Всем пока-пока! Destroy the buildings.